Взрывы в Калиновке – это результат бездействия правоохранительных органов, так считают в оппозиционном блоке. По мнению политиков, после трагедии в Балаклее власти не сделали никаких выводов. Никто не был наказан, а причины пожара – тайна за семью печатями. Эта трагедия свидетельствует о том, что правоохранительные органы в нашей стране занимаются преследованием политических оппонентов, давлением на бизнес и не выполняют функцию защиты людей. Вот эта вседозволенность, вот эта бесконтрольность и отсутствие конкретных результатов по привлечению ответственных, она порождает вот такие трагедии. Мы считаем, что крайне неэффективно работают правоохранительные органы.